Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося. Дякуємо Наташі за те, що провела опитування серед жителів міста Миколаєва і запитали, що ж таке кохання. А ми вже можемо запитати, що ж таке кохання у наших наступних гостей, які вже завітали до нашої студії. І Нуся поспішає їх представити. Отож, сьогодні до нас завітала, я ж хвилююся, дивлячись на ці їхні такі ніжні потискання ручок, до нас завітала Олена та Ігор Бутеви. Вони власники власного ательє, ательє метеликів. Отож, вітаємо вас. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали до студії. Отож, перше запитання, так нагло в лоб. Що таке кохання? На ваш погляд. Ответиш? Отак усі скидають, розумієш? В ефірі теж буває, коли там щось інне буває, там, ой, що це нас... Від представиш, скажеш. Отак. Такі вони жінки. Ну що, ну що ж, я отвечу першим. Я вважаю, що в першу чергу це, звісно ж, уваження. Без уваження не буде нічого серйозного. Ну, а остальное, це ніжність, це ласка і все остальное скажет за меня Алена. Красавчик. А я дополню, что любовь это все-таки та самая влюбленность, которая наступает в первый день знакомства и продолжается на протяжении всей жизни. И, конечно же, это уважение и взаимопонимание. Да, действительно, прекрасно влюбляться каждое утро в человека заново. Ну что ж, да, да, так, да. Ну что ж, друзья, принесли вы, я смотрю, бабочки парные. Да. Это вот когда вообще появилась идея делать парные бабочки? Потому что, ну, как бы редко ты такое встретишь. Идея вообще появилась изначально, вот, но было много разных нюансов. И, в общем, бабочки вдвоем, ну, когда пара носит бабочки, это очень прикольно на самом-то деле. У нас даже есть совместное селфи, это очень классно. Чем они могут отличаться? Они отличаются, ну, я имею в виду, там, мужская от женской. Единственное, что могут отличаться формой, вот, и складочками. Да, формой и складочками, на самом-то деле. Если... Показываем вот эти варианты, да. Так, как переопределить, где мужская, где женская? Мужская, она выглядит более мужественной. О, слава богу, я так и понимал, что это мужская. Не зря, значит, я ношу бабочки. С одной складочкой она более женственная. А в принципе, и тот вариант может надеть и мужчина, и женщина. Да. Фух, ну, слава богу, потому что у меня есть и складочка тоже. Не-не-не, дело не только... А я как раз про это подумала. Вот. На самом-то деле дело не только в складках. Да. Понятное дело, когда парень здесь с девушкой идут, то лучше, чтобы парень надел больше, ну, то, да, что побольше. Ну, то если... Да, но если, например, я одену такую бабочку, никто не подумает, что, например, она женская или там... Да, такой аксессуар, не секс все-таки. Да. А материалы все-таки, которые вы используете, потому что смотрю, каждый материал разный. И, материалы абсолютно тоже разные, от катона до атласа. Ну, конечно, лучше качественный атлас, конечно. Шелк, атлас. Сейчас мы ищем атлас и шелк иностранного производства, так как он считается более качественным. Угу. И ищем нестандартные оригинальные принты, что тоже является... Как бы да. Я хочу сказать, извиняюсь, что прибегаю, но на самом-то деле я думал изначально при поиске, что будет, да, в интернете очень много всего, особенно на украинском рынке, на самом-то деле вот то, что мы хотим, это очень проблематично найти, уже так, очень вообще, на самом-то деле уже есть мысли там чуть ли не заходить на eBay, Amazon и другие иностранные сайты, да. Смотрите, всегда как бы мне нравились, чем ваши бабочки, они маленькие, ну как, не то, что маленькие, а вот утонченные, красиво смотрятся, да, миниатюрненькие, потому что чаще всего, когда там вот ищешь бабочку, она большая, вот, да. Сказал Миша, любитель больших бабочек, которые закрывают лицо. Спасибо. Но на самом деле у меня просто широкая улыбка, мне надо большая бабочка. Есть макси-бабочки, есть мини-бабочки, они разделяются по классам. Есть бабочки, которые действительно перекрывают воротник, но они смотрятся более как шоу-вариант. Угу. А вот такие вот миниатюрные классические бабочки, они ежедневные, опять же, на мероприятия. Они смотрятся, как ты говоришь, утонченно и миниатюрно. Угу. Но опять же, если брать материалы, как вы уже заметили, по новогодней коллекции, вот новая весенняя коллекция, то мы используем не только ткани. Это уже цветочки из бумаги, и я надеюсь, что доработаю технологию, мы начнем создавать бабочки из живых цветов. Это что-то новое, и мне кажется, будет интересно это видеть, особенно на свадьбе. Да, особенно я же думаю для свадьбы, как бы, потому что, ну, максимум она продержится недельку, как бы, да, в том же. Хотя это очень. Недельку этот изогнул.
Не, ну чего, если подпитку все время давать, то почему бы нет? Ну, розы три дня, хризантемы неделю. Это сколько держится ваши бабочки? Так, три дня. Хотел бы еще спросить, вот вы делаете уже, скажем так, из других материалов, не только из ткани, а из дерева, из пластика. Такой момент уже как бы планируете, нет? Из дерева пока не очень, а вот пластик мы немножко практикуем. И опять же, экспериментировала, придумала золотую бабочку, которая выглядит прям так, как хромированная. Дорого, да? По-дорогому. По-богатому. По-богатому. Надеюсь, что получится доработать ее, и опять же появятся новые варианты того, чего нет в мире. Как говорится, пределом совершенства нет. Да. Ваши личные предпочтения. Вы больше любите бабочки из натуральных материалов или что-то новенькое, какое-то новое дуновение моды? Я больше пока по более классическим вариантам, скажем так. Ну, начнем с того, что изначально, когда мы начали делать бабочки, Игорь не особо их любил. Вот но потом надел раз, надел второй, надел третий, да. И понравилось. Но хочу сказать, что да, он много так вот скептически относится к бабочке, что ну, что это вообще за бабочки, особенно я это знаю, когда подходит, что это бабочка, уже сними ее, уже поднадоело. А когда уже в конец мероприятия люди подходят, а можно поносить бабочку, сфоткаться хотя бы, поэтому да. Как бы интересный аксессуар, еще интересный такой вопрос к вам, делаете бабочки уже, которые готовы, или те, что завязываются тоже? Делаем и те, которые завязываются тоже, потому что те, которые самовязаны, назовем их так, это считается классический вариант, английский вариант, который изначально был введен в моду, скажем так. Вот, поэтому... То есть классика такая, скажем, тоже есть. Они тоже есть, и я надеюсь, что люди будут... потребительский рост, правильно? Будет расти... Будет только расти на бабочки-самовязы, потому что в основном сейчас требуется уже завязанные, которые... Да, потому что их очень проще. Да, да, очень проще утром. На самом-то деле, я помню первый раз, когда я пытался завязать бабочку-самовяз, это было, наверное, как первый раз завязать галстук. Вот. Я нашел видео на YouTube. Минут 20 сидел, не мог понять, что вообще, как мне туда. Потом, оказывается, я включил другое видео, оказывается, показывал левша. Вот так. Ну вот, и девочка буквально показала, и там 5 минут раздала. Опять же, нужно приноровиться, и будет все быстро. Да, самое главное вот научиться. Я помню галстуки, как учился, а потом и бабочки, соответственно, почему я перешел уже на готовые. Потому что бедная моя игрушка Мишка, он просто всегда страдал, он выступал в роли шеи. Я на нем сначала тренировался. Всегда на игрушках тренируешься? Провокационный такой вопрос. А с вами вечерняя программа, дорогие друзья. Мы переходим на междурочный тайм. Сегодня мы говорим о парных бабочках ко дню Святого Валентина, а вот вы уже подготовили подарки друг другу? Светика, ты с темы не съезжай. Я думаю, все поняли и без слов. Я думаю, что у меня еще есть выбор по поводу подарков, но я не скажу. Я еще не выбор по поводу своего подарка? Нет. Я... Люблю, когда мне делают сюрпризы, поэтому я стараюсь молчать то, что я хочу, то, что какого мне нравится. Цвета бабочку я хочу? Я могу себе сама пошить. Я стараюсь молчать, я пишу на стенах, везде делаю мелкие. Тонкие такие, яркие контрастные стикеры красные на белом холодильнике. Так я хочу там новое цвета фракции. Какие красивые цветы тюльпаны, да? Но это еще хороший вариант, я хочу сказать. Феррари такого же, в цвет стикера как бы будет сложнее уже. Да, это да. Не одну бабочку надо пошить. Не одну сотню и тысячу, да, точно. А, кстати, хотел бы для телезрителей также проанонсировать, что вы имеете возможность также получить две бабочки, соответственно, парные. Все, что необходимо, это зайти в группу и там увидеть розыгрыш этих двух бабочек 14 февраля. Надо всего лишь написать историю своей любви. Поэтому поспешите, дорогие друзья. Вот так. Контекстная рекламка. Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму і продовжуємо спілкування з нашими гостями, які ще в студії. А ми поспілкувалися, повеселилися, тому що, розумієте, тут на іграшки мене потягнуло, значить, отак. Ну, ви знаєте, мої дорогі телеглядачі, що нашого Вітюні не тільки на іграшки тяне, я вам потім по секрету скажу, що він ще полюбляє. Але це буде вже завтра. Тож у вас є привід подивитися. Ти так це сказала, знаєш, як була програма «С» з Анфісою Чеховою.
тебе все ж таки ця тема домінує. Савіцька, треба щось з тобою робити. А вони просто сміються з нас, розумієш? Вони просто сидять і сміються. Ми так, любуємося. Ах, як це мило. Давай за руки потримаємося. Нам це подобалося, їм теж сподобається. Ну що ж, боляче. Ти ж... друзі, все ж таки про метелики поговоримо далі. Хотілося б ще... так, різкий перехід, нічого. Взагалі, от, говорите про те, що парно носити, я дивлюся, що все ж таки любите індивідуальний стиль. Як з цього приводу? Ну, ми просто прийшли на передачу, і Альона каже, я хочу показати от весняну. Спасибо! Так, дійсно, весіння, да, от колекція, я так понимаю, это только, скажем так, зазыв, что будет или есть уже готовое? Это что будет. Мы потихоньку дорабатываем их, ну как бы уже есть коллекция, но их нужно доработать, чтобы уже выглядело качественно, красиво и понравилось людям. Ну вы знаете, вот сейчас смотрю на бабочку и понимаю, что вот лично я бы уже ничего не дорабатывала, все и так выглядит красиво, ярко, замечательно, просто действительно весна. Кстати, а я вот действительно, ну вот небольшой вот акцент, не хотели бы вот металлическую какую-то оправу еще сделать в цвет? На самом было деле бы круто. Мы думали с металлической оправой, но есть подозрение, но только не 2 килограмма, на то, что можно порезаться. Да? Да. Ну, смотря, ну какая гранка будет, но пока я еще не придумала как. Мысли есть, но это, скажем так, на потом, не все. Ну да, не все ли все же сразу реализовывать, да, все-таки должно быть каждый раз что-то новенькое, удивлять. Вообще есть вот уже появились люди, которые вот постоянные, скажем так, вот ценители вашего искусства, вот что-то новенькое появляется, все забирают. Ну насчет таких постоянных клиентов нет, но есть уже люди, которые из месяца в месяц берут новые бабочки и уже применяют, носят, заказывают постоянно. Вот, и это очень приятно. Ну что ж, да, вдвойне приятно, когда заказывают из других городов. Да. Вот так, да? Мы буквально в понедельник отправили парную бабочку в Киев. Это уже признание. Да, это уже круто. Придает значимость и значимость. Я уже думаю, знаете, надо уже ставить этот логотип, так как Calvin Klein цепляет везде и всюду, так и вам надо уже куда-то уже цеплять. Мы уже регистрируем торговую марку, но пока с названием у нас... Печалька. Не печалька, но разные есть варианты просто. Не хочется... У нас было несколько вариантов. Один сразу отпал, когда там разница была в две буквы. В одну букву. Да, в одну. Вот. И как-то мы такие, как же так, вроде бы и классно, и все, и там. То есть уже есть такое, да? Да, это все равно, что там компания Торчин, например, ну. Будет Торчин. И Порчин, например. Да, действительно. Ну что ж, еще один прекрасный вариант – объявить конкурс среди подписчиков группы там и так далее. Тоже хороший вариант, пускай предлагают. Может, что-то кто-то оригинальное предложит. Возможно. Будет мы решение. Мы уже обращались и к фрилансерам и думали обратиться в компанию по неймингу. Но кто-то плохо работает, нам не нравится. Вот так, да. Когда заказчики, скажем так, перфекционисты, то работникам сложновато. Да. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки уже в скором времени будет бренд уже зарегистрирован, и, конечно же, уже будем четко, конкретно говорить, с логотипами будем ходить, да, уже. Так что спасибо вам большое за то, что вы пришли. С плакатами, да. Да, с плакатами, с транспарантами, да. Ну что это? Я просто читаю мысли. Причем его. Я просто накручиваю сигналы передаю. Да, у нас антенны, видишь? Да, у нас тут все настроено. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Надеемся, что не последняя встреча. Но... Ребята, с вами легко, просто весело, поэтому приходите к нам почаще, веселите нас, наших телезрителей, потому что действительно на вас смотреть приятно. Спасибо вам большое. Очень, да, хорошего вам праздника 14 февраля. Я думаю, что вы отпразднуете очень хорошо. Спасибо. Да. Так сказал тоже Кахан Писачекова. Очень хорошо.